я отношусь, я умираю. Это был мой друг, главный редактор телеканала «Взгляд». А когда-то там мне позвонил Сережа Бодрова, мы пытались там что-то работать во взгляде, и вот Маша начала забеременела, и этот друг по дружбе кидается ко мне и говорит, что ну ладно, выручим несколько месяцев. Я сказала, да, хорошо, и я вообще не понимала, куда я возникла, потому что, знаете, это чудовищно тяжело. Говорят, что многие не могут по телеку это смотреть, я, а когда видишь это, этих людей живую, особенно все, что касается там больных в Чечне, дети, которые там попадают, и так далее, то тут я просто, у меня была ситуация, после этого родам я сказала, что я ухожу, и, ну, я правда еще отвела несколько, но это уже были такие финальные. У меня была ситуация, мать и сын, они на самом деле ничего не знают, эти люди. Они ничего не знают, что их там нашли, их там прячут друг от друга как-то, и они приходят, и они ничего не знают. Парню 15 лет. 11 лет назад, когда была первая чеченская компания, он попал на бомбежку в автобусе и потерялся. 4 года ему было, не знал никто мать, никто, ну так, примерно знал, он потерялся, а ему сказали потом, что его мать умерла, и 11 лет же парень с тем, что он детдомовец, и там он не нужен. 11 лет, да, взрослый. Приехал на передачу искать кого-нибудь из родственников, дядю, тетю, двоюродных, троих. Мать, которая отправила ребенка в лагерь, автобус попал под бомбежку, она, ей сказали, что он умер, но она была уверена, что он жив какое-то время, потом не уверена. Потом, в общем, 11 лет прошло, 4 лет ребенка она теряла. Потом она приехала в Москву, этой женщине, 40 с чем-то лет, она выглядит на 60, буквально, чтобы горе пережить. И вот она сидит, парень, мать уже знает, потому что ей сказали, она видела. Сидит парень, рассказывает про то, как он хочет найти там кого-то. И я ему должна сказать, твоя мама здесь. Вот я ему сейчас, вот он сидит живой, настоящий. И вот я вот сейчас ему должна сказать, вот там перед дурацкой камерой, с этой массовкой, которая там сидит. И я поняла, что я не могу, это выше моих сил, это как бы, я не могу, это вот мне это очень... Я как-то выдавила, вот так вся залилась слезами, когда не встретились это было вообще. И, в общем, эта программа, она чиста по определению. Эти люди, которые ее делают, они все полусвятые, потому что они на самом деле ищут людей, там находится по 200 человек, чуть ли не каждый час. Не могу путать, но, в общем, что-то такое. Они соединяют, находят, но...